Всем привет! Коллеги, вы меня слышите? Отзовитесь как-нибудь. Чат или слова? Здравствуйте, да, Вова, слышно. Да, прекрасно, здрасте. Так, ну что, поехали. Значит, будем считать, что мы закончили теорию зета-функций. Значит, в принципе, там я обещал еще один классический сюжет, связанный с теоремой Дирихле о простых в арифметической прогрессии. Но по зрелым размышлениям я решил, что мы на это классное время тратить не будем, а лучше я выдам короткий листок из нескольких очень простых задач, который этот вопрос покроет. Это будет полезным применением того, чему мы уже научились непосредственно в теоретической части. А сегодня, как я и обещал, переходим к модулярным формам. Это второй раздел. Выучить все, что известно про модулярные формы, конечно, в рамках курса невозможно. И поэтому я ограничусь самым классическим сюжетом, а именно модулярная форма для группы SL2Z. При этом нечего и говорить, что имеет место два обстоятельства. Первое обстоятельство, что этот классический сюжет чрезвычайно сам по себе богат, и с помощью именно вот таких вот модулярных форм в конце прошлого века было доказано несколько совершенно замечательных и долго стоявших теорем из теории чисел, включая, как мы знаем, теорему Ферма. Это первое обстоятельство. Второе же обстоятельство состоит, что, конечно, по теперешним временам этот сюжет гораздо шире, чем сюжет модулярных форм, гораздо шире, чем модулярные формы, собственно, для SL2Z, значит, и модулярные формы для групп совершенно другого сорта, тоже чрезвычайно полезны, и с их помощью изучается много современных сюжетов. Тем не менее, объять необъятное невозможно. И я бы считал своей задачей, значит, четкое и ясное объяснение того, что происходит, собственно, в случае с SL2Z. Потому что изложений очень много, они все, естественно, излагают одно и то же, но при этом различаются в деталях, и иногда приходится тратить кучу времени на то, чтобы понять, как детали из одного изложения соотносятся с деталями из другого изложения. Я вот ставлю своей задачей абсолютную точность того, что будет говориться. Не знаю, получится или нет, но будем надеяться, что получится. Значит, потому что я в свое время убил довольно много сил на то, чтобы у меня как в голове уложилось ясное понимание всех тех довольно простых предметов, о которых мы собираемся разговаривать. Значит, итак, пункт номер раз. Значит, автоморфные функции. На верхней полуплоскости. Естественно, объект действия группы SL2Z – это верхняя полуплоскость, которую мы всегда будем обозначать H. Значит, что за группа, с которой мы будем иметь дело? Ну, для начала рассмотрим чуть более широкую группу, а именно группу матриц с положительным определителем и с коэффициентами из R. Значит, эта группа действует на H. Значит, если альфа – это матрица А, Б, С, Д, то Z переходит в альфа А, Z плюс Б. Z плюс D. Значит, это действие не свободно, скалярные матрицы действуют тождественно при этом.
Значит, теперь давайте определим еще одно действие. А именно, пусть k – это у нас некое целое число. Оно будет называться весом. Значит, и давайте определим еще одно действие нашей группы GL2 плюс R на верхней полуплоскости следующим образом. Значит, что если, ну, не на верхней полуплоскости, а вот это действие на верхней полуплоскости, а теперь мы будем определять действие же на функции, действие GL2 плюс R на функциях на верхней полуплоскости. Действие это будет правое. Ну и естественным образом действие определяется, действие, отвечающее весу 0, это действие, определяемое тем, что написано наверху. Значит, но давайте теперь определим для любого k. И это определение будет устроено так. Действие с номером k по определению это есть детерминант в степени k пополам. На cz плюс d степени минус k и на f от z. На f от альфа z. Значит, ну, при k равном нулю это то, что написано наверху, а при k не обязательно равном нулю, это вот то, что написано здесь. Значит, будем называть функцию автоморфной веса k. Любую функцию, просто теоретическое множество. Для некоторой подгруппы в GL2 плюс R если для всех альфа из этой подгруппы f инвариант. Значит, ну, понятно, что таких функций великое множество, поскольку мы пока никаких аналитических условий на эти функции не наложили. Значит, я привел все это здесь для того, чтобы мы знали, что такое действие веса k для любой матрицы из GL2 плюс R. Но спорадически мы будем использовать матрицы из GL2 плюс R, а все наши группы, относительно которых мы будем исследовать автоморфные функции, будут на самом деле подгруппами SL2Z. Итак, главная наша группа будет SL2Z, которую мы будем обозначать гамма. Она, очевидно, есть подгруппа группы GL2 плюс R. И все наши группы G, относительно которых мы будем рассматривать модулярные функции, будут подгруппами нашей группы гамма. И более того, они всегда будут конечного индекса. Далеко не все подгруппы конечного индекса мы будем рассматривать, но тем не менее все подгруппы, которые мы будем рассматривать, будут конечного индекса. Мы будем ограничиваться на самом деле специальным классом подгрупп конечного индекса. Значит, соответственно, вот автоморфные функции для таких подгрупп группы SL2Z
будут дальше изучаться. Давайте посмотрим, как условия автоморфности выглядят. Ну, поскольку детерминант равен единице, то условия автоморфности выглядят следующим простым образом. И это будет как бы наше основное условие. Для любой матрицы альфа из G имеет место формула f от альфа z равняется cz плюс d степени k на f от z. Это главное условие автоморфности. Понятно, что если k равно нулю, то это условие означает просто, что функция инвариантна относительно действия подгруппы G. Значит, вот такие функции мы будем изучать. Понятно, что таких функций очень много, и чтобы их изучение имело смысл и было обозримым, мы должны будем наложить на них какие-то аналитические условия. И для того, чтобы накладывать на них аналитические условия, мы не ограничимся только комплексной структурой на верхней полуплоскости, а зададим комплексную структуру на чуть более широком множестве, нежели верхняя полуплоскость. Значит, давайте мы это условно назовем так. Комплексная структура на следующем множестве. Множестве орбит действия группы G на расширенной верхней полуплоскости. Значит, что такое расширенная верхняя полуплоскость? По определению, расширенная верхняя полуплоскость – это обычная верхняя полуплоскость, объединенная со всеми рациональными числами и объединенная с одной точкой и бесконечностью. Значит, группа гамма, я напомню, что это SL2Z, и дальше уже про это напоминать не буду, действует не только на H, но и на H с чертой. Действует она по отдельности, то есть H и все остальное не смешивается. Значит, теперь давайте мы рассмотрим специальный вопрос, а именно, каким образом, значит, содержит ли G группу, содержит ли группа G матрицу минус один? Иногда мы ее будем обозначать минус 1 с индексом 2, чтобы напоминать, что это матрица. Значит, и мы рассмотрим два случая, когда эта матрица сидит в G и когда эта матрица не сидит в G. Значит, если эта матрица не сидит в G, то мы будем считать, что G с чертой – это G. А если эта матрица сидит в G, то мы будем считать, что G с чертой – это фактор G по вот этой матрице. Не по вот этой матрице, естественно, а по подгруппе плюс-минус 1. Эта матрица сама по себе группу не составляет, а вот вместе с единичной составляет. Значит, так G с чертой – это группа G профакторизована по матрице минус единица, если эта матрица минус единица внутри G есть. Я напомню, что скалярные матрицы действуют тривиально, и поэтому свободного действия мы можем ожидать только от свободного действия на верхней полуплоскости мы можем ожидать только от группы G с чертой, а не от группы G. На самом деле группа G с чертой тоже не действует свободно, но ее точки, в которых она не действует свободно, уже можно разбить, они можно обозреть, они представляют собой конечный набор орбит. Значит, итак,
Здесь чертой действует на самой верхней полуплоскости. Свободно, кроме конечного числа орбит. И при этом те точки, значит, точки H, лежащие на этих орбитах, а иногда и сами орбиты, называются эллиптическими точками группы G. Значит, что собой представляют эллиптические точки группы G? Ну, все эллиптические точки группы G, значит, они лежат в каком-то смысле, значит, в каком я сейчас объясню, над эллиптическими точками группы гамма. Поэтому давайте изучим сначала эллиптические точки группы гамма. Значит, на самом деле эллиптических точек группы гамма всего две. Значит, это есть орбиты точки. Это легко проверить, просто рассмотрев действие АЗ плюс Б поделить на СЗ плюс Д для всей группы гамма. И посмотреть, когда нетривиальная матрица может переводить точку Z в себя. Значит, это орбиты точки И. Давайте напишем Z равно И. Дабы это самое, дабы не было недоумения, И это корень из минус единицы. Значит, И орбиты точки корень из трех, корень из минус трех плюс единица пополам. Ее принято обозначать ρ. И корень из трех плюс единица пополам. Значит, назовем индексом точки, эллиптической точки, порядок стационарной подгруппы в группе G с чертой. Почему в группе G с чертой? Потому что от группы G нам не приходится ожидать свободного действия. От группы G с чертой мы уже таковое свободное действие ожидаем, потому что там, по крайней мере, очевидно действующих везде тривиально матриц нет. Значит, и тем самым, значит, это порядок стационарной подгруппы значит, порядок стационарной подгруппы, вот, которую я здесь обозначил, G с чертой Z.
Значит, давайте посмотрим, какой индекс у нас для группы гамма в точке И и в точке ρ. Значит, совсем легко проверить, что у точки И индекс 2 и, соответственно, стационарная подгруппа гамма с чертой И. Обращаю ваше внимание, что гамма с чертой от гаммы отличается, потому что в SL2Z матрица минус 1 содержится. Иногда G с чертой будет не отличаться от G, но гамма с чертой от гаммы отличается. Короче, значит, в гамма с чертой порядок стационарной подгруппы равен 2, и сама эта подгруппа порождена образом в гамма с чертой матрицы, которую принято обозначать S, и которая есть, 0, минус 1, 1, 0. Значит, я напомню, что группа гамма с чертой не состоит из матриц. Это группа, состоящая из фактор группы, состоящий из матрицы по скалярной матрице минус единиц. Значит, итак, у точки И индекс 2. Значит, соответственно, стационарные подгруппы прочих точек орбиты – это стационарная подгруппа ровно точки И. Но на этой орбите много точек. И, соответственно, стационарная подгруппа любой другой точки на этой же орбите. Сопряжены с группой, с вот этой вот подгруппой. Это мы описали стационарную подгруппу, собственно, при помощи матрицы вот этой описывается стационарная подгруппа ровно самой точки И. Но на верхней полуплоскости есть много точек эквивалентных относительно SL2Z точки И, и у каждой этой эквивалентной точки сама своя стационарная подгруппа, все они сопряжены друг с другом, как мы знаем. Стационарные подгруппы разных точек на одной и той же орбите сопряжены. Теперь что происходит у нас с точкой ρ? Значит, в точке z равно ρ индекс равен 3. И стационарная подгруппа порождена образом матрицы, которую принято обозначать ТС, и которая есть 1, минус 1, 1, 0. Почему ТС, почему такое двойное обозначение выбрано? Ну, потому что традиционными матрицами, которые порождают группу гамма, являются матрица С, которую я выше привел, а также матрица Т, которая есть двиг на единичку. А S, я напомню, это матрица минус 1 зетовая. Соответственно, если перемножить одну на другую, то получится вот эта вот матрица, и она является, ее образ в группе с чертой порождает стационарную подгруппу вот этой вот точки. Ну, соответственно, стационарные подгруппы остальных точек на этой орбите сопряжены с вот этой вот группой. Значит, то есть сопряжены с группой, которая состоит из единицы матрицы ТС и ее квадрат. Это группа из трех элементов. Так, это все проверяется элементарно, значит, я не пишу подробные формулы.
Значит, это мы вычислили эллиптические точки группы гамма. А теперь давайте перейдем к группе G. Значит, рассмотрим естественное отображение фактора по группе G в фактор по группе гамма. Поскольку группа G содержится в группе гамма, то пространство орбит группы G наоборот накрывает пространство орбит группы гамма. Значит, пространство орбит группы гамма самое маленькое, а пространство орбит группы G оно может быть больше. Значит, как устроены эллиптические точки группы G? Значит, эллиптические точки группы G все находятся среди прообразов эллиптических точек группы гамма. Поскольку матрица минус единица действует тривиально, то здесь можно писать G с чертой, а можно писать или гамма с чертой, а можно писать G или гамма. Фактор пространства не зависит от того, что мы рассматриваем, G с чертой или G, или, соответственно, гамма или гамма с чертой. Фактор пространства будет одно и то же. Итак, эллиптические точки группы G все лежат над эллиптическими точками группы гамма. При этом прообраз эллиптической точки может как быть эллиптической, так и не быть. Но, тем не менее, все прообразы, все эллиптические точки слева находятся над эллиптическими точками справа. В обычную точку эллиптическая точка слева не может перейти, что очевидно, поскольку если группа гамма действует в окрестности этой точки свободно, то и группа G, будучи под группой группы гамма, тоже действует свободно. Вот. А вот наоборот, значит, может случиться так, что группа G действует не свободно, в то время как группа сейчас, секундочку. Значит, ну да, если уж группа гамма действует не свободно, то группа G может либо свободно действовать, либо не свободно. Это уж как повезет. Значит, если группа гамма действует не свободно. Итак, что может произойти? Ну, может произойти следующее, значит, что если прообраз эллиптической точки – это обычная точка, ну, значит, он обычный. А если прообраз эллиптической точки – эллиптическая точка, то индекс не меняется. Ну, потому что индекс только 2 или 3 у нас бывает. Итак, все эллиптические точки группы G у нас тоже имеют индекс 2 или 3, их конечное число, но их может быть больше, чем 2, в то время как эллиптических точек группы гамма всего 2. Значит, хорошо, с эллиптическими точками мы разобрались. Теперь давайте следующая концепция – это параболические точки. Параболическая точка по определению у нас это орбита действия группы G на оставшемся от H множестве, вот H чертой множестве. Я напомню, что группа гамма вся, значит, и даже GL2 плюс R действует отдельно на верхнюю плоскость H, а отдельно на, значит, у нас есть
H – это верхняя полуплоскость, у нас есть H с чертой объединения H с Q и бесконечность. И все наши группы, они отдельно действуют на H и отдельно на том, что остается от H черты. Ну и тем самым на H чертой тоже. Итак, параболически мы уже рассмотрели особенности действия на H, а теперь рассматриваем особенности действия на том, что остается. Итак, параболической точкой называется орбита действия G на вот этом вот множестве. Ну иногда, иногда и любой элемент этой орбиты. Значит, соответственно, у группы G, ну, элементы этой орбиты, на самом деле, надо проще зачеркнуть, потому что это самое, потому что на H еще бывают обычные точки, не эллиптические, а в этом пространстве все точки параболические, и поэтому это я зря написал, значит, то самое, так, параболической точкой пришлось бы, если считать не орбиту, то пришлось бы считать все элементы этого множества. Итак, параболическая точка – это орбита действия группы G на вот этом вот дискретном множестве. Значит, теперь у группы гамма, очевидно, одна параболическая точка. Легко видеть, что все элементы вот этого множества гамма-эквиваленты. Значит, соответственно, у группы G, значит, давайте посмотрим, как устроена, собственно, эта параболическая, единственная параболическая точка. Значит, у нее натурально есть стационарная подгруппа. И эта стационарная подгруппа, очевидно, изоморфна Z. И порождена как раз образом матрицы Т, которая нарисована наверху. Я все время говорю про образ, потому что хочется каждый раз подчеркивать, что группа гамма с чертой состоит не из матрицы. Значит, ну действительно, если и бесконечности что-нибудь прибавить, конечно, это все равно останется и бесконечно. Значит, поэтому эта группа изоморфна Z. Соответственно, стационарные подгруппы прочих точек с ней сопряжены. И значит тоже изоморфный Z. Значит, теперь давайте посмотрим, что происходит с параболическими точками группы G. Группа G. Значит, я напоминаю, что группа G у нас конечного индекса в гамме. Значит, все параболические точки лежат, естественно, на единственной параболической точке группы гамма. Но их может быть больше, чем одна. Но конечное число. Поскольку индекс конечен.
Значит, давайте представим себе, выберем представителя какой-нибудь параболической точки. Пусть А. Представитель какой-нибудь параболической точки. Группы G. Значит, как устроена его стационарная подгруппа G с чертой А? Подгруппа G с чертой А имеет конечный индекс в, соответственно, стационарной подгруппе точки А для, для гаммы. Значит, теперь вот это что за подгруппа? Эта подгруппа сопряжена с, со стационарной подгруппой точки И бесконечности. И поэтому тоже изоморфно Z. Ну и тем самым стационарная подгруппа параболической точки группы G тоже изоморфно Z. В частности, значит, мы можем конкретно, значит, указать, что происходит, собственно, в точке И бесконечной. Значит, я еще раз напоминаю, что стационарная подгруппа точки зависит от представителя орбиты. Они все сопряжены, но от представителя орбиты зависит. Поэтому, когда мы говорим о параболической точке, мы говорим об орбите в целом, а когда мы говорим о стационарной подгруппе параболической точки, то она определена только с точностью до сопряжения и зависит от выбора представителя. Итак, давайте рассмотрим конкретную параболическую точку, а именно параболическую точку, представителем которой является собственной и бесконечностью, но для группы G, а не для группы гамма. Куда бы это вписать? Еще немного осталось. Давайте напишем это в углу. Итак, стационарная подгруппа G и бесконечность. Значит, она имеет, как мы уже обнаружили, конечный индекс в стационарной подгруппе гамма и бесконечность. И тут уже можно, поскольку стационарная подгруппа гамма и бесконечность, мы знаем, что она порождается образом матрицы Т, то это означает, что вот эта вот группа порождается образом какой-то степени матрицы Т. Матрицы Т в некоторой степени. Где Е – это некоторое положительное число. Целое положительное число. То есть, по крайней мере, про одну параболическую точку группы G мы можем точно сказать, чем порождается ее стационарная подгруппа. Эта стационарная подгруппа выражается матрицей Т в какой-то конкретной положительной степени. Может быть, собственно, единичной. Значит, при этом могут быть и другие параболические точки у группы G. То есть орбит группы G на Q, объединенном с И бесконечностью, может быть больше, чем одна. Соответственно, параболических точек у группы G может быть больше, чем одна. По крайней мере, одна параболическая точка у группы G всегда есть. Это точка И бесконечность. Значит, ну, потому что, как я уже заметил, когда вычеркивал вот это вот лишнее словоупотребление, все точки кообъединенного с И бесконечностью, все эти точки являются представителями параболических. В частности, значит, не меньше одной параболической точки имеется у любой группы G. Что касается эллиптических точек, то тут у группы G их может и не быть. Там не исключено, что обе точки, эллиптические точки группы гамма при переходе к точке G, то, что называется, раскручиваются. А вот параболическая точка ни докуда раскручена быть не может. Так,
Все, это чрезвычайно важный сюжет, значит, который раз и навсегда надо запомнить, и мы соответствующими терминами все время будем пользоваться. Следующий пункт – это комплексная структура. Ну, комплексная структура у нас есть от природы на верхней полуплоскости, а мы хотим ее распространить на объекты, которые у нас сейчас появились, а именно на фактор пространства этой верхней полуплоскости и на расширенный фактор пространства этой верхней полуплоскости. Короче говоря, мы хотим сразу одним ударом определить комплексную структуру на фактор пространства по группе G от расширенной верхней полуплоскости. Обращаю ваше внимание, что из комплексной структуры на H непосредственно комплексная структура на вот этом вот фактор пространства, мы его давайте будем обозначать XG. На вот этом вот пространстве комплексная структура сразу не получается. Она получается только, очевидным образом получается только в тех местах, где действие группы же с чертой свободно на верхней полуплоскости как таковой. Значит, уж там может, в качестве локального параметра можно взять просто локальный параметр на верхней полуплоскости. А в остальных местах нужны некоторые ухищрения. Итак, пусть у нас есть, давайте это зафиксируем, значит, если у нас есть орбита свободного действия, действие свободное и на верхней полуплоскости. Ну, тут можно считать локальный параметр, параметр на XG. Это то же самое, что локальный параметр на H в окрестности любого представителя орбиты. Значит, с этим разобрались. Теперь давайте для параболической точки. Точка, представитель которой есть и бесконечность. Не все параболические точки таковы, но, тем не менее, мы вот выберем для начала это. Значит, здесь мы можем считать локальный параметр UE от Z. Мы его обозначим, который есть E в степени 2πz поделить на E. Где E – это индекс стационарной подгруппы параболической точки и бесконечности в стационарной подгруппе параболической точки и бесконечности для группы гамма. Ну, то есть та степень матрицы Т, которая порождает, образ которой в G с чертой порождает стационарную подгруппу параболической точки и бесконечности. Значит, вот E в степени 2πz поделить на E мы берем в качестве локального параметра. Теперь для остальных параболических точек как действует. Значит, если Z какая-то другая параболическая точка,
Значит, давайте выберем, пусть А – это рациональное число, которое является ее представителем. То есть наша параболическая точка – это есть гамма А. Значит, и давайте выберем такой элемент из группы SL2Z. Который нашу А переводит в бесконечность. И давайте теперь в качестве локального параметра в Z у нас будет Е от вот этого гамма Z. Значит, тот локальный параметр, который у нас имеется сверху, мы его сдвинем сюда при помощи гамм. И, наконец, эллиптические точки. И пусть представитель этой эллиптической точки есть, например, Z0. Тогда в качестве локального параметра мы будем использовать соответствующую степень обычного локального параметра. Я напомню, что если здесь написать Е – это индекс эллиптической точки. Это вполне соответствует локальным параметрам в неэллиптических точках, потому что если вместо Е поставить здесь единицу, то у нас получится обычный локальный параметр на верхней полуплоскости. Значит, ну а поскольку в эллиптической точке у нас имеется стационарная подгруппа, соответственно, состоящая из двух или трех элементов циклическая, то мы возводим соответствующий локальный параметр в нужную степень. Вполне естественный выбор. Итак, все это задает комплексную структуру. И вообще говоря, нужно бы проверить, значит, но мы этого проверять не будем. Хотя в учебниках это проверяют. И желающий мог это сделать. Значит, что x гамма с указанной структурой является компактной Риммановой поверхностью. Но не просто компактной Риммановой поверхностью, а является компактной Риммановой поверхностью с выделенными конечными наборами. Конечными наборами, соответственно, эллиптических точек.
Их может и не быть. И параболических точек. Хоть одна есть. Значит, теперь вот мы получили тем самым Риммановую поверхность SG, и она будет примерно основным объектом нашего изучения, когда речь пойдет об алгебро-геометрических вычислениях. Значит, мы будем параллельно изучать теорию автоморфных функций на верхней полуплоскости H с некоторыми условиями и теорию функции на вот этой вот компактной Риммановой поверхности. Эти две теории у нас будут параллельны. Но на компактной Риммановой поверхности это будут не иногда функции, иногда сечение пучков дифференциалов в зависимости от того, что нам в конкретный момент понадобится. Значит, теперь пусть у нас одна группа сидит в другой. Значит, напомню, что обе эти группы по условию суть подгруппы конечного индекса в гамма. Значит, пусть одна подгруппа конечного индекса гамма содержится в другой подгруппе конечного индекса гамма. Тогда у нас определено очевидным образом каноническое накрытие. Значит, это будет голоморфное отображение. И при этом ветвиться оно может только над эллиптическими или параболическими точками. Потому что если у нас имеется обычная точка, то прообраз тоже обычная точка, и что на х, что на xg, локальный параметр снимается с верхней полуплоскости, он один и тот же. А если локальный параметр один и тот же, это означает, что ветвления нет. Значит, тем самым ветвиться это может только над эллиптическими или параболическими точками. Может, но не обязан. Точками, соответственно, правой поверхности XG. Значит, что происходит в эллиптических точках? Если прообраз эллиптической точки остается эллиптической точкой, значит, ну вот у нас эллиптическая точка XG, а вот слой над ней. И мы рассматриваем какую-то конечную точку здесь. Если прообраз эллиптической точки, пусть это точка эллиптическая. Если прообраз эллиптической точки остается эллиптической, то ветвления, очевидно, нет. То есть в этой точке нет ветвления, если она тоже эллиптическая. Если же прообраз перестает быть эллиптической точкой, вот пусть у нас, давайте, этой Z1. А теперь, допустим, что эта точка не эллиптическая.
то ветвление есть, и индекс ветвления, очевидно, равен индексу эллиптической точки Z. Вот этот будет индекс ветвления, а вот это вот просто будет индекс эллиптической точки внизу. Итак, вот у нас есть эллиптическая точка индекса Е, который может быть, например, 2 или 3. И, соответственно, она, если здесь над ней сидит тоже эллиптическая точка, то индекс такой же ветвления нет. А если над ней сидит обычная точка, то наша проекция в этой обычной точке разветвлена, и индекс ветвления равен, собственно, нашему индексу Е, то есть 2 или 3, как оно положено. Значит, вот такая очень ясная картина. Значит, ну и, наконец, в параболической точке. Значит, что происходит в параболической точке? В параболической точке индекс равен индекс ветвления. Параболическая точка раскрутиться не может, она всегда остается параболической. Z1 равен, он, естественно, индексу стационарных подгрупп, соответственно. Ну, лучше написать, чтобы иметь дело, поскольку параболическая точка у нас по определению есть орбита, то давайте напишем GA, HA, где A представитель Z. Это некоторый конечный индекс может быть равен единице. То есть, ветвление может не быть, значит, но любой прообраз, здесь есть параболическая точка для H, соответственно, значит, каковы индексы ветвления, вот они равны индексу соответствующих стационарных подгрупп, и их можно вычислять, если понадобится. Все. Значит, картина с параболическими точками, эллиптическими параболическими точками как для Риммановой поверхности X-гамма, так и для Риммановой поверхности XG и их соотношение с ситуацией, когда подгруппа H лежит в подгруппе G, мы выяснили. Кстати, возникает естественный вопрос, значит, что собой представляет X-гамма. Гамма-то у нас конкретная группа, поэтому X-гамма – это есть вполне конкретная Римманова поверхность. И ничего удивительного, мы это увидим чуть позже, что эта Риммановая поверхность есть на самом деле обычная сфера Риммана. Значит, ну а Риммановые поверхности, отвечающие подгруппам, соответственно, могут являются накрытиями этой сферы Риммана и могут иметь какой-то больший род, значит, хотя и не обязательно, иногда тоже будут иметь род 0. Это будет зависеть от того, как устроена, собственно, группа G. Значит, все. Значит, с этим мы разобрались. И давайте перейдем к следующему сюжету.
Теперь мы вернемся к автоморфным функциям и будем на них накладывать условия аналитичности, которые сделают множество автоморфных функций более обозримым. Значит, итак, у нас зафиксирована некоторая группа G, и мы будем рассматривать автоморфные функции для группы G на верхней полуплоскости. Веса K для G на верхней полуплоскости. Значит, обращаю ваше внимание, что теперь у нас верхняя полуплоскость не пополненная. Значит, и наши функции – это честные функции на комплексном аналитическом многообразии, каковым является верхняя полуплоскость. Значит, но мы будем накладывать некоторые условия. А именно мы будем требовать следующего, чтобы, во-первых, эти автоморфные функции были мироморфны на верхней полуплоскости, и это страшно ограничительное условие, но все-таки еще недостаточно ограничительное, потому что верхняя полуплоскость у нас не компактна, и поэтому количество мироморфных функций на верхней полуплоскости встречает себе огромное количество разного рода специальных функций, значит, ну там всякие экспоненты и прочее, значит, их слишком много. Но вот следующее условие уже наложит существенное ограничение, а именно мы будем считать, что эти функции мироморфны во всех параболических точках группы G. Что это такое? Значит, функции наши определены только на верхней полуплоскости, и надо понять, что означает, что они мироморфны во всех параболических точках группы G. Это априори как бы не очень понятно, поскольку параболические точки группы G – это орбиты действия группы G на дополнение к H, состоящим из рациональных чисел и бесконечности. Значит, но, к счастью, мы можем это определить, поскольку во всех этих параболических точках мы зафиксировали локальный параметр. И это означает, что наша функция при стремлении к z, к параболической точке, соответствующей, должна разлагаться в ряд Лорана по нашему локальному параметру. Вот, тем самым мы можем проверить. Значит, вот если функция удовлетворяет этим двум условиям, то такую функцию мы будем называть модулярной. Это не то, чтобы было абсолютно стандартное наименование, но тем не менее большинство авторов его используют именно в таком виде. Значит, модулярная функция – это функция, которая мироморфна на H и мироморфна во всех параболических точках группы G.
Ну и одновременно автоморфная функция веса k, значит, для нашей группы g. Значит, следующее существенное ограничение, которое на самом деле реально зря делается, но у нас просто времени нет на изучение всего сразу. А именно мы ограничимся модулярными функциями четного веса. Из этого не следует, что модулярных функций нечетного веса не существует. Наоборот, их существует полная куча, значит, и они очень интересны. Тем не менее, для того кусочка теории, который мы можем успеть изложить, значит, мы будем рассматривать только модулярные функции четного веса. Ну, по крайней мере, в некоторых случаях это не очень важное ограничение, потому что если у нас группа G содержит нашу знаменитую матрицу минус единичка, то нетрудно видеть, что модулярных функций нечетного веса не существует. И вообще автоморфных функций нечетного веса не существует. В частности, модулярно. Ну, потому что условие автоморфности выглядит как f от z равняется минус единица степени k f от z, если его написать для альфа равно вот этой вот матрице. Как нетрудно проверить, значит. И по этой причине, если эта матрица у нас сидит в нашей группе, то применяя к ней условия автоморфности, мы получим вот это вот уравнение, и при нечетном весе k получится, что функция f равна 0. А в случае, если эта матрица в g не лежит, то, конечно, это уравнение взять неоткуда, и поэтому модулярные функции нечетного веса вполне себе могут существовать. Значит, тем не менее, еще раз, мы ограничимся модулярной функцией нечетного веса, потому что теория просто технически проще над ней. Значит, давайте теперь посмотрим, как устроены, значит, эти. Ну, я подумаю, значит, то самое. Давайте я не буду уж совсем в деталях обсуждать условия мироморфности в параболических точках. Я здесь его написал, значит, но тут надо конкретно указать, значит, что за локальный параметр, который выше определен. Я напомню, что мы в явной форме этот локальный параметр определили только для параболической точки, представителем которой является и бесконечность. А для других параболических точек мы его определили в неявной форме, и здесь бы его не вредно написать впрямую, но это некоторое простое техническое вычисление, я его в конспекте напишу, а здесь тратить времени на это не буду. Значит, теперь давайте изучать модулярные функции. Значит, ну, во-первых, значит, если мы f у нас... Если у нас есть автоморфная функция, не обязательно даже модулярная. Я напомню, что автоморфную функцию превращают в модулярную условия аналитичности, которые наверху написаны. А условия автоморфности, оно одинаково. Значит, пусть у нас есть автоморфные функции веса k. А g – это автоморфная функция веса a. Тогда их произведение, это есть, очевидно, автоморфная функция веса k плюс t.
мы зафиксировали группу G. Значит, и тем самым из этого мы можем сделать следующий вывод, что пространство модулярных функций, модулярных теперь уже, пространство, я имею в виду линейное пространство над комплексными числами. Веса К является не более чем одномерным. Пространством над полем модулярных функций веса 0. Ну, действительно, если мы возьмем две модулярные функции веса k, то мы можем поделить одну на другую. Мироморфность от этого никак не поменяется. И получим модулярную функцию веса 0. Тем самым, значит, проблема только в том, это пространство состоит только из нуля или в нем есть какая-то конкретная функция. Значит, теперь что такое поле модулярной функции веса 0? Поле модулярной функции веса 0 – это поле функций мироморфных на верхней полуплоскости и во всех второгалических точках, которые инвариантны относительно группы действия группы G. И тем самым последнее, то есть поле модулярной функции веса 0, очевидным образом у нас совпадает, вспомним, какую мы комплексную структуру определили, вот это поле, это то же самое, что поле мироморфной функции на риммановой поверхности XG. Таким образом, по крайней мере, модулярные функции веса 0 мы привязали к совершенно конкретному алгебраическому объекту. Это поле мироморфной функции на риммановой поверхности XG. Я напомню, что все мироморфные функции на риммановой поверхности XG, на самом деле у риммановой поверхности XG бывает, ее можно представить в виде алгебраической кривой на C. И, соответственно, мироморфные функции окажутся алгебраическими функциями на кривой на C. Значит, и мы сможем использовать весь аппарат алгебраической геометрии, который имеется в нашем распоряжении. Значит, на самом деле это ровно одномерное пространство, то есть модулярные функции любого веса присутствуют. Значит, давайте это проверим. Напомню, что мы ограничились счетными весами с самого начала. Значит, почему модулярные функции любого веса существуют? На самом деле непостоянная модулярная функция веса 0, очевидно, существует. Потому что на риммановой поверхности имеются всегда мироморфные функции. Теперь как из модулярной функции веса 0 изготовить модулярную функцию веса 2? Значит, на самом деле достаточно взять ее производную, как легко видеть. Значит, что если f
равняется f от z. То наша производная является модулярной функцией веса 2. Действительно, значит, f' от az плюс b поделить на cz плюс d. Ну, значит, это мы по формуле производной сложной функции, значит, мы можем это преобразовать, и у нас получится, значит, то же самое, что f', значит, помножить, ну, точнее, вот если мы хотим вот такую вот это есть f'. Вот az плюс b поделить на cz плюс d помножить на вот это вот штрих, а это штрих, как нетрудно видеть, есть детерминант поделить на cz плюс d в квадрате, а детерминант равен единице. Да вот, и тем самым, значит, если мы проверим, какого веса будет, собственно, сама производная, то она как раз окажется веса 2. Можешь подумать, что этот номер пройдет дальше, но нет, не пройдет. Значит, если мы произведем очередное вычисление, то мы получим, что если у нас есть модулярная функция веса 2, то ее производная отнюдь не будет являться модулярной функцией веса, например, 4, и вообще никакой модулярной функцией являться не будет. Тем не менее, этого нам достаточно, потому что f' у нас имеет вес 2, значит, f веса 0 у нас найдется, f' имеет вес 2, а дальше можно взять просто степени нашей функции, степени, если f имеет вес 2, уже, точнее сказать, наше предыдущее значение, то это означает, что gfk имеет вес 2k. И тем самым мы запаслись модулярной функцией любого четного веса. Значит, вот у нас этот список есть, и тем самым пространство модулярных функций веса k является одномерным векторным пространством над пространством модулярных функций веса 0. Я пока не ввожу для них обозначения. Это одномерное векторное пространство над полем модулярных функций веса 0. Так, хорошо. Значит, теперь введем еще наименование. Значит, будем называть модулярную функцию веса k модулярной формой. Это уже стандартное обозначение. Если она голоморфна везде, то есть на H и в параболических точках. Под голоморфностью, разумеется, разложение в ряд Лорана без отрицательной степени, то есть ряд Тейлора по локальному параметру, по очевидным параметрам локальному параметру любой точки H и
в локальном параметре, который определен сегодня ранее в параболических точках. И еще одно введем понятие, значит, параболической формы. Если она есть модулярная форма, а кроме того обращается в нуль параболических точек. Ну, не лишне отметить, что если мы ограничиваемся весом 0, то модулярные формы представляют из себя только константы, потому что я напомню, что модулярные функции веса 0 отвечают мироморфным функциям на Риммановой поверхности XG, которая компактна, и, соответственно, на компактной Риммановой поверхности голоморфные функции – это только константы. Также не лишне отметить, что если это самое, что если форма параболическая, то она просто равна нулю, потому что константы нигде в ноль не обращаются, в том числе и в параболических точках, другие константы. Тем самым в случае, когда у нас вес ноль, то никаких модулярных форм и параболических форм, модулярные формы только константы, параболические формы только ноль. Значит, в то время как если у нас вес у нас 2, 4 и больше, то у нас возникает некоторый набор как модулярных форм, так и параболических. И вычислением этого набора и его описанием мы как раз и займемся в следующий раз. А на сегодня тогда пока что все. Если есть вопросы, давайте. Если нет вопросов, просигнализируйте как-нибудь об этом. Значит, я прошу прощения за задержку с проверкой домашних работ по первому заданию. Значит, кровь из носу сегодня постараюсь высыпать. Ну, в самом крайнем случае, за. Я уже более-менее проверил, только не написал ответ. Ну вот, и напоминаю, что там висит второй листок. Марс, у вас какие-нибудь вопросы есть? Давайте считать, что вопросы кончились. Соответственно, конспект я завтра вывешу и всем до следующего раза. В следующий раз опишем пространство модулярных форм.